Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в Tower Conquest PvP. Так, что у нас тут? Построить. Ну, давай, наверное, я возьму вот эту башню. Ох. Так. Ну, наверное, возьму голема. Голема я возьму, да? Ага. И все, что ли? Только мне только дали одного голема. Ух ты, ё-моё. Сюда? Угу. Так, ну что, файт? Файт. Это я понял, что энергия. Ну, перемещать карту, это само собой. Все. Это, видимо, наверное, обучение пока идет какое-то. Ну-ка, давай, големыч. Выходь-ка. Ну-ка, сильнее ты. Просто в щепки мы сейчас этих зомби разнесем в хлам. Так, давай сюда. Идут мои бродяжки-супостатики. Да, они сейчас быстро этот замок уничтожат. Надеюсь на это. А что их так много вышло-то там? Эй! Ну, к фаерболам. Что-то куда-то фаербол у меня полетел не в зомбаре, а почему-то в замок. Но я думаю, нам этого будет достаточно, чтобы разнести в хлам. Как ты считаешь? Критовка идет на 60, а так по сороковке не бомбят. Крит, крит. Ну все, замку хана. Да, ребята. Дамаг, дамаг. Так, континь. Мы получаем... О, мне дали крестяшку. Так, говорят, взять надо копейщицу. Это, видимо, что ли, обучение пока идет? Наверное. Что-то уж больно похоже, что как будто это сейчас пока нас обучает. Копейщица. Давай вторую. О! Вышла карга старая. Закалываем, закалываем их. Этих супостатов. Ну, я думаю, тут всем прекрасно ясно, что победа здесь будет уже за нами. Плюс фаербол у меня еще есть. Ну-ка. А он, кстати, не так много отнимает здоровья. Зато горит. Есть. Конкретно. Так, дальше. Дальше нам говорят поставить мечника. Ну что же, третья миссия. Поехали. Пока она ничем не отличается, ребята, от обычной Tower Conquest. Я думаю, вы со мной согласитесь. А почему показывают, что я должен именно этих мечников звать? Воу-воу-воу-воу, у него когтист, зашибись, у него когтисты все. Я тут должен на мечниках на этих сидеть, тусоваться. Не, давай-ка что-нибудь... Блин, да они сейчас закричат, ребят. Фаербол. Жестко. Вот сейчас было действительно, ребята, жестко. Уж больно их там много на меня навалилось. И как бы хорошо, что мы успели все-таки их уничтожить всех. Опять же, фаербол, конечно же, нам в помощь был. Но все. Так, нам дают как... левел 3. Повысился у нас, да, получается этот. Теперь лучницу ставим. И в конце, видимо, будет наш дедушка. Старый воин. Так, ну пока все, как говорится... Да что ж ты будешь делать? Он опять за свое. Зачем мне лучницу? Дайте мне вот этого голема. Или копейщика. Вот издалека бомбит, пускай. Она очень хорошо, кстати, издалека бомбашит. Поджигай, поджигай, правильно все делаем. Все очень хорошо. Еще лучницу. Ну вот, совсем другое дело. Совсем, друзья, другое дело. Так, 3-4 лучницы у нас там. Еще вызовем.
Без проблем, просто без проблем. Да я еще и фаерболчик сюда в довесок. Ну, кстати, здесь фаербол, ребята, очень мало отнимает здоровье. Может быть, потому что он пока еще не прокачанный. Так, и последнее. Что? А, подожди. А почему сюда-то ничего не дали мне поставить? Эй! Так, давай лучницу. И лучницу прикроем, естественно. Блин, она здесь, эта лучница здесь бежит очень быстро. В отличие от обычной Tower Conquest. Она бежит здесь даже быстрее, чем, наверное, воин мой бежит. Давай, 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 расстреливаем. Фаербол. Хорош. Фига нас там. Оу, воу, воу. Старый дед, воин вышел. Хе-хе-хе-хе. Как вышел, так и ушел. Мои лучники просто его издалека бомбанули. Ну и прекрасно. Просто замечательно. Все. Друзья, здесь мы тоже победили. Ой-ой-ой. Фиги. Это только один. Это только одна локация на 150 миссий. Вы серьезно? Это жестко, ребята. Это очень жестко. Ну ладно. Давай. Так, это мой отряд. Против вот этих мы будем выступать. Ну, погнали. А как, интересно, здесь проходит прокачка, вот это все? Каким образом? Нет, почему-то это интересует очень сильно. Тьфу, копейщицы как были ватниками, так ватниками и остались. Вообще на изи разбираем их. Тут нет ускоряшки у нас, да? Ускоряшки нету. Фаербол! Хорош. Ну ты сам видишь, тут вообще довольно изи все получается. Сейчас запинаем. Банша там что-то еще орала, бубнила. Они здесь довольно быстро и шустро ходят, вот что я заметил. Фаербол полетел. Смотри, у меня какая армия. Ох ты. Он здесь применяет суперудары, оказывается. Вот оно что. Так, левел 4. Я получил 4 уровень. Так, тренировка. Нету у меня чего-то, непонятно чего. Карты, ага. То есть, только вот это мне пока доступно, что ли? Или чего? А почему я не могу вот здесь вот взять, а? Магазин. Ну, почему-то все пока вокруг нежити и людей. ПВП. Челлендж. Лига, практика, лига, легенда. А ну-ка давай-ка. Найдем мы кого-нибудь здесь или нет? В этом челлендже. Пятая бронза. Что-то мне подсказывает, что мы здесь никого не нашли. Так, Ровер Джон. Что-то он ничего не хочет делать. Ну-ка. Что он там делает?
Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай, родные. Ох, нифига он там наклепал армию. В ответку, на. Копейщица, ты будешь там что-нибудь делать-то? Нормально мы их тут проминаем. Что-то он сдулся, по ходу дела. Парнишка, он, по ходу, понял, что нечего со мной тут ловить. Да, сосунище просто. Ровел Джон сдулся. Там фаерболочком что-то, конечно, попытался еще сделать, но... Это бесполезно. Не на того он наехал. Не на того. Так, награду мы получаем. А что вот это означает? 11 единиц. Это сколько у меня всего карточек, что ли? То есть они еще и заканчиваются, получается, да? То есть мне дают 11 големов, 11 копейщиц, 15 мечников и 9 лучников. После того, как они истратятся, их у меня больше не остается. Наверное, так это все будет выглядеть. Ладно. А вот это вот для чего, ребят? Смотрите, видите, у нас вот эти вот 65, я не знаю, каких-то колбочек. И в них какая-то цветная жидкость. Это для чего? Вот сейчас я хочу посмотреть, действительно я прав? Да, ребят, я прав. Вот у нас 8 лучников осталось. То есть, как бы, заканчиваются здесь наши персонажи. Заканчиваются они. Вот так-то. А он фаервол не будет использовать? У него когтистые есть, блин. Ох, ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Срочно подкрепление. Не все так просто здесь получается. Если твои отряды кончаются, все, ты больше ничего здесь сделать не сможешь. Я так понимаю, у него отряды кончились. Он все, что смог, потратил. Ну и я тогда тоже вызывать не буду пока здесь ничего. Угу. Ну, понятно, здесь мы победили, короче. А вот то, что мы с тобой проходим... А вот то, что мы с тобой проходим вот здесь, вот по ходу дела. Чего? ПВП бронза 5. Компания. А вот то, что мы с тобой вот здесь вот проходить будем. Я так понимаю, это нам будут давать карты. Тут, видишь, пока бесплатно. Ну, как говорится, карты за ману. А там именно тебе дают определенное количество карт, и все. Если они у тебя кончатся, то ты проиграешь. И судя по тому, что вот если мы с тобой будем проходить вот это вот, то нам будут доступны новые карты. Сейчас проверим. Почему у меня нет когтистого этого, а? Что-то тут как-то уж больно жестко. Ауч. У него и лучники, и когтистые. Тебе не кажется, что это перебор, блин? У меня нет когтистых, например. Ну... Давай.
Ну, ладно, мы здесь пробили. Пробили мы, короче, эту оборонку. Да что такое, они там... Они без конца лезут. Просто всех там налево и направо. Вот утырок, а. Лучники, ну. Да забомбите вы ему эту базу-то, господи, ну. Осталось там на пару ударов. Все. Выполнил. Я получил 5-й уровень. Что же за вот это пробирки-то такие? Что я должен... Что я должен за ними... За... Не пойму. Убрать из отряда? Нет, убрать из отряда не надо. А, вот, вот, вот. Вот так вот меняем, да? А сюда же, здесь же должен быть у нас, по идее, босс. Но босса у нас нету. Вот у нас, ребята, карты, которые есть для ПВП. Понял, да? Вот, вот 20 штук, 4 лучника, 13 мечников. Ну, погнали дальше, посмотрим. Эти нам пока недоступны в открытии. Ага, кого у него нету? А у него там крестьяне и зомби. Просто крестьяне и зомби. Куда ты бежишь, а? Дурачок ты, непутевый. Просто дурачок непутевый, вот и все. Когтисты, кстати, не так много и наносят урона, если честно. Ну давай. Фаербол я пока не хочу тратить. А вот сейчас, по-моему, надо. Угу. Не, ну когда когтистых много, тут они, конечно, да. Тотально уничтожают. Давай, 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 сокрушаем их тут всех. Блин, он не дает мне нанести повреждения. Фаербол. Хорош. Есть. Победил. Все-таки непонятно, что мне делать с этими пробирками. Непонятно. Ладно, давай посмотрим 4-ю миссию. Дают опыт и банки эти. Может, эти банки... Ну, я не знаю, для прокачки бойцов, что ли, нужны. Уровня, я так смотрю, у наших бойцов нет вообще никакого. Они как были первого уровня, так первого уровня и остались. Единственное, что растет наш уровень. То есть мы уже 5-го уровня. И что это нам дает, я пока не знаю, ребят. На! Сосунище. Ах ты, жук навозный, а. В ответку мне, да, шмыганул. Шмыганул в ответочку он мне. Вот так вот, кстати, тоже плохо, когда все в кучу стоят, потому что фаербол, если прилетит. Дай-ка я запущу фаербольчик. Он в ответку-то будет запускать, нет? Да как он нам в ответку, мы его все уже
Расписали, ты посмотри, сколько тут тысяч когтистых, блин. Да я манал, ребят, ну 150 уровней пройти. Что-то 4 дня еще будет идти. Ну ведь тренировка же есть, а почему я не могу? Не могу пока ничего сделать. Вообще. Не ясно мне, конечно. Я даже заменить почему-то не могу. Чего? Арена недоступна, попробуйте позже. Так ведь была же доступна только что. Странно. Это что у меня еще тут? В плане в какой файл это? Ну все, ребят, что-то забаговалась игра. Так, ну здесь нет, здесь все нормально. Подожди, а почему upgrade файл? Почему пишут? Я не пойму, в чем проблема, ребята. Здесь почему-то все это устанавливается. А почему там-то не устанавливается? Ну, берем голема. Здесь его нету, а вот тут вот в отряде он есть. Включается почему-то именно в отряд. Может, я что-то неправильно сделал? Может, нажал куда неправильно, блин. Я в компанию даже не могу выйти. Что-то нажал, да, называется. Ладно, друзья мои, посмотрел я, короче, на игру. По-моему, она очень и очень сырая еще. Во-первых, мало юнитов. Во-вторых, как ты видишь, она не без багов. Ну... Я должен был посмотреть, я думал, может быть, что-то здесь будет отличное, путевое, а на деле оказалось жалкое, ребята, пародия Tower Conquest. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.